Друзья, как я говорила, этот проект выстраивался постепенно, с усилиями очень многих людей, которые вложили сюда сердца, свой дух. И сегодня я хочу их поблагодарить. Мария фон Пушенталь за материализацию желаемых позиций, лаконичный подход и активную деятельность в реализации проекта. Благодарю, дорогая. Марину Никифорову за креативность мысли, энтузиазм и вклад в развитие галереи. Алексей Андреев за стойкость взглядов, обеспечение безопасности и личный вклад в развитие галереи. Марго Меренченко за создание новой линейки одежды, активное участие в проектах и создание модных показов. Ольга Непахарова за неунывающий оптимизм, бесконечную радость и талант. Ольга создает великолепные спектакли, талантливые шарки. Вчера Оле был день рождения. Иван Келарев за глубину мысли, исключительную любознательность, реализуемые действия, а также большой личный вклад в развитие галереи. Джанкезов Рустам Таусалтанович за большой личный вклад за создание мероприятия, открытие новых горизонтов и партнерства. Амбассадор Светлана Викторовна Берез. Светлана, приглашаю вас к микрофону. Хочу поблагодарить вас за вашу веру в нас, за помощь и поддержку.